Всероссийских выставок собак в Димитровграде еще не проводили. В субботу, 23 мая, в нашем городе пройдет первая выставка. Состоится она на стадионе «Старт». По подсчетам организаторов, мероприятие должно быть масштабным. Это событие мы очень ждали. Соответственно, наши питомцы тоже очень сильно ждали, потому что в другие города приходится очень долго ездить. Собака в машине там переносит, а здесь из дома пришли, выступили. Очень комфортно. Дмитрий Алачихин на выставке представит 5-месячного лабрадора Лабри Берри Хай Флайинг. Дома эту красавицу называют просто Джесси. Несмотря на то, что собаке нет еще и года, она уже участвовала в нескольких выставках. В начале мая в Самаре Джесси стала победительницей международной выставки. Еще один лабрадор, которого димитровградцы также смогут увидеть, Амадеус Энджи Харт. Питомец Александра Ивановой тоже победитель выставок. Является юным чемпионом России, юным чемпионом национального клуба лабрадоров, взрослым чемпионом России, взрослым чемпионом национального клуба лабрадоров, чемпионом РКФ и на данном этапе закрываем гранд-чемпиона России. На выставке будут представлены йоркширские терьеры, спаниели, немецкие овчарки, китайские хохлаты, чихуахуа и десятки других пород. В Димитровград привезут собак из Самары, Тольятти, Сызрани, Ульяновска и других городов. Ожидается около 200 участников. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время.